Вот шуточная, очень редкая песня, он там Владимир Семенович на концертах раз-два всего исполнял, а так она есть замечательная, шемякинская запись, как раз запись для Вадима Туманова. Это так, про врачей. Медики есть в зале? Врача посвящается. На стене висели в рамах бородатые мужчины, все в очочках на цепочках, по-научному в письме. Все они открыли что-то, все придумали вакцины. Так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил, вы больны, меня заколотило, и огромное светило улыбнулось со стены. Здесь не камера, палата, здесь не нора, скамья, не подследственные ребята, а исследуемый я. И хотя во мне недуги, мне не страшно почему-то, подмахну давай не глядя медицинский протокол. Мне известен Склифосовский, основатель института, да мне знаком товарищ Боткин, он жил духу изобрел. В положении моем лишь чудак права качает, доктор если осерчает, то упрячет желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденым, хочешь лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогову бы без причины резать Кащенко не стал. Но и врач не лыком шит, он хитер и осторожен. Да вы правы, но возможен ход обратный, говорит. Вот палата на пять коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем параноик, и пойди его проверь. Хорошо, что вас светилы всех повесили на стенку, и я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку, объяснят, что не душевно, а духовно я больной. Рот мой крепок весь меня, правда, прадед был незрячий, Шурин мой белогорячий, но ведь Шурин не родня. Доктор, мы здесь с глазу на глаз, отвечай же мне, будь скор, или будет мне диагноз, или будет приговор. И врачи, и санитары, и светилы все смутились. Законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочке будто в ваты помутились. У отца желтухи щечки вдруг покрылись белизной, и нависло острие, страхи съежилась бумага. Доктор действовал на благо, вот жалко благо не мое, но не лист, перо стальное грудь пронзило как стилет. Мой диагноз паранойя, это значит паралет, это значит паралет.